Почему человек может просыпаться ночью без причины? Это иногда происходит из-за того, что режим дня не совпадает с нашими биологическими часами. Также это может быть из-за переутомления, стресса и, может, кто-то на вас ночью посмотрел. Минусы учиться в корейской школе. Учебный день в старшей школе длится 12 часов и более. Перед уроком ученики обязательно сдают свои телефоны учителю. У каждого ученика есть своя пронумерованная ячейка в учительском портфеле для телефонов. Вот что на самом деле происходит, когда ты хрустишь своими костяшками. Думаю, многим из вас говорили родители, что если хрустеть костяшками, потом будут кривые суставы. Но теперь ты можешь сказать родителям, что это неправда, и они тебя просто вводили в заблуждение. Один ученый доказал, что такой хруст никак не вредит вашим суставам. Он хрустел пальцами одной руки 10 лет, а другую руку вообще не трогал. После этого он не заметил никаких изменений или боли. На самом деле хруст костяшек — это просто лопающие пузырики в ваших суставах. Это подборка самых забавных загаров. Этот мужчина был в кепке на солнце, а когда он снял ее, получилось вот это. Вот почему нельзя засыпать, когда ты что-то ешь с тарелкой и ложкой. Я думаю, это очень больно. А это настоящий пример, почему нельзя находиться долго в тапочках под солнцем. Это пример идеального дизайна купальника. А этому парню показалась хорошая идея использовать крем для загара вот так. А у тебя были какие-нибудь нелепые загары? Если да, напиши об этом в комментариях.